Ну что, друзья, наши новички осваиваются на просторах, бороздят просторы Силиконовой долины в поиске жилья. Да. Ну, вы сегодня весь день, и вчера тоже ходили, да? Вчера весь день, сегодня весь день. Где-то вам сказали, давайте там это application заполняйте. Практически, куда мы заходили, везде нам говорят. Давайте заполнять. Ну, просто как-то немножечко. Немножко и цены кусаются, так. И, в принципе, жилье такое, что как бы под эту цену, ну, да, не соответствует чуть-чуть. Ну, давайте, да, чего, ну, например, вот, например, приведите. Не, ну, сегодня мы зашли, одно жилье было, ну, правда, оно очень дорогое. Ну, цены 2000 минимум. 2000, подождите. Это one bedroom. Это одна спальня. Как бы, да. Студию есть не во всех комплексах. А студия, вы смотрели студию? Ну, конечно, да. Почем студии? 2000. Так вы сказали, one bedroom 2000. И студия 2000. Ну, одна она была, но где-то там далеко, за Сан-Антонио. Так, да. То есть студии практически тут нет? Нет. Нет. Ну, вот это Latham и California, да, Street. Угу. Нет. Хорошо. Так что же вы теперь снимаете? Ну, мы еще в гостинице живем. Я понимаю, но ищете-то вы теперь что? One bedroom. One bedroom. На двоих прямо или будете румейтов искать? Ну, пока на двоих, а потом, может, если и румейтов. Мы вообще сегодня квартиру нашли. Как? Прямо вон через дорогу. Да? 2800. Отлично. За 2800 можно много чего найти. Ну да. 2800, просто кровать там. Ну, правда, там меблированная. Шикарно. Да, да. Ну, красиво. Стиральная машинка, всегда дороже, сушка. Конечно. Как ее там зовут? Лупита Санчес. Лупита. Она хотела вас слупить. Мы тоже поняли и вышли. 2800. Ну хорошо, то есть мы такое нашли, что делиться этим не хочется ни с кем. Так и себе брать тоже. Ну, да. То ну, есть, ну а вот как вот так ходишь, вот так? И вообще как люди к вам относятся? Улыбаются или вообще вас не видят никто? Очень все хорошие, отзывчивые. А как, на что отзываются? Отзываются на хорошее, желают хорошего. Я бывает, где рассказываю, что мы там выиграли грин-карт. Да. Все поздравляю. Да, congratulations. Никто не говорит, как бы вас тут Крамп не отнял грин-карту, никто не говорит. Нет, ну хорошо, то есть добрые люди, никто ничего. Так. Приветливый. Хорошо. Ну пока так. Но у вас нету такого, как бы, так сказать, как хочется русское слово подобрать, значит, ну, чтобы вы огорчились, расстроились, нет, там. Нет. 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 Я... А что? Ну, как бы... Ну, есть уже, мы думаем, может, где-то бы подальше, может, машину купить и где-то снять жилье. Мы уже думали за Sunnyvale. Где-то оттуда, ну, как, да, как, в принципе, добираться. Ну, можно попробовать, но... Ну, вы немного, вы сэкономите, может быть, 3 копейки, но вы на бензин больше потратите. Ну, ну это такое, это пока размышление, да, если тут ничего не получится найти. Угу. Ну, как-то... То есть вы пока, грубо говоря, присматриваетесь. Да, можно так сказать. Ну, мы хотели бы побыстрее это все найти, но... Присмотреться, так сказать. Ну, да. Ну, то есть вы ходили сейчас вдоль улицы Лейзом и Калифорния? Да, уже 2 раза. А 2-то чего? Ну, как-то... Мы вчера находили сколько? 11 километров, а сегодня уже 20. Километров? Пешком, да. Не похудеете, смотрите. Нет, нет. Будем стараться. Кушать хорошо. Хорошо. Калорийно. Да, да. На русский магазин какой-нибудь нашли? Нет, мы еще не нашли. А мы по магазинах так особо и не ходили. Слушайте, а вот из того, что вот, например, есть из съестного, вам бы, например, чего интересно попробовать? Ну, не то, что вы там какие-нибудь галушки там хотите украинские в сметане, а вот что хочется? Что хочется? Найти жилье. Нет, а из еды? Мексиканское, может быть, или что-то такое, там, индийское? Нет, ну, такого? Не знаю, такого нет. Если честно, нет. Может, еще придет. Угу. Ну, хорошо. То есть по ресторанам вы пока не ходите? Нет, пока нет. А как вы питаетесь? Что вы делаете? Ну, мы... А у нас завтрак. В гостинице? Да, в гостинице. Нормально кормятся? Хорошо. Что там, булочка, соки? Соки, булочка, кофе, омлет, да, сосисочки. Сосисочки, котлетки. Вафли вот эти. Ага, вафельки, да. Да, вафельки. Хорошо, фрукты. Да, хорошо. А так ходили в Сайфэй, купили там что-то покушать. Ну, овощи, типа, фрукты. Типа. Да. Что купили в Сайфэй? Сыр. Персики купили. Сыр. Сыр купили. Колбаску, воду. Такое. Скромненько. Ну, хорошо. А вот с точки зрения ценника, вот Сайфэй, например, с чем был бы сравним вот там, откуда вы приехали? Ну, он дороже, он дороже, вот, дешевле? Честно, нет, речь идет об Украине. Об Украине, но дороже.
тоже. Где? Здесь. Сильно дороже? Ну, намного дороже. Ну, если да, если вот, наверное, так. Если то... сравнивать с Италией, то да. даже с Италией дороже. Угу. Ну, в Сейфе. Да, дороже. Угу. Ну, в Сейфе, это как бы многие люди не ходят туда, ходят так, такие, в другие места ходят. Да, но Сейфе это как бы еще дешевый, правильно? Нет, он не дешевый. Не дешевый? Сейфе, он недорогой, конечно, но он и не дешевый. Ну вот сегодня мы зашли в Walmart. Да. И ну, сравнение все... Walmart и Сейфе, да. то разница ну, есть. Ну там много... Ну, просто люди, которые здесь же на местности, они, скажем, за овощами, фруктами, сырами, вот, ходят, тут есть маленькие такие бутиковые магазинчики мексиканские, там и свеженькое все, и дешевле в два раза, вот, а, допустим, там, ну, я не знаю, там, есть еще китайские магазины, где, например, там мясо, рыба, птица, там, и так далее, то есть, вот, оно все существенно дешевле Сейфе, но это надо уже... Желательно иметь машину, кухню, время ну, готовить. Да, кухни нету, нечего купить, в принципе, чтобы приготовить. Uh-huh, uh-huh. А так, чтобы ходить, мы целый день в поисках, поэтому как бы еще голова... Еще не дошли до магазина. Да. А нет такого, вот мне ребята говорят, что, знаешь, на улицах пахнет хорошо, а я чем-то. Ну, просто свежий воздух, да? Нет такого, что цветы какие-нибудь росли тут. Ну, воздух свежий. Цветы растут. Красиво. Пахнут? Да, пахнут. Угу. Здесь как в горах. Вот свежий воздух. Ну, океан не так далеко, в принципе. Ну да. Ну, мы устали немножко. А вы спите больше ночью или все-таки днем тоже хочется так упасть? Всегда хочется спать. Всегда хочется. Ну, это первые дни, наверное, тогда. Ну, первые дни хочется спать днем, поскольку по времени... Вы там спите, когда здесь день. Ну, мне кажется, нормально. Организм привыкает. Мама что говорит? Ничего, все хорошо. Пообщались с мамой? Да, да. Она не волнуется? Не волнуется. Так, а ваши? Чего, все нормально. А родители ваши знакомы друг с другом как-то? Так они общаются? Да. Там могут прийти к там перцовочки какой-нибудь? А как же? Конечно. С цибулей? Да. Так. Ну что же, хорошо, ладно, да. давайте, за вами следят пристально. Следят, да. За вами следят. За вами следят, особенно вот за, так сказать, вот за Надеждой. Говорят. Не зачем за мной следить. Но они не специально. Они просто не могут оторваться. Не могут. Ну, ничего страшного. Да. Друзья, значит, все, кто не могут оторваться, значит, ставят лайк. Да. Вот. А те, кто могут, тоже ставят. Ставят вот. Лайк и отрывают. Вот, хорошо. Значит, но я хочу успокоить тех, кто нас смотрит с Украины. Там еще девчонки есть, на развод есть. Вот, и там, как не то, что мы всех позабирали. Вот, так. Из кабинета с Подольского вам приветы передают. Да. Да. Говорят, когда приедете, вам расскажут там о старине. Вот. Мы читали, читали, да. Читали, да, да. да. Значит, там вот дискуссия, нужно ли знать вообще там. Ну, наверное, и что, мы подготовимся и расскажем. Все. Да, это да. без проблем. Да, у нас на Гугле не забанено у нас. Конечно, вот. Конечно. Ну что же, ладно, не будем вас мучить. Так, а вы чего зашли? Вот просто пришли сказать. Просто зашли в гости. Просто в гости. Да, сейчас просто. Уже такое, 7 часов, уже все разбежались, у нас следующей неделе каникулы. Угу. Поэтому мы тут так с вами переходим в режим общения в скайпе. Да. Вот, так что будете рапортовать там о победах трудовых. Хорошо. Вот, или если чего нужно, значит мы тут рядом. Спасибо. Ладно, давайте мы так помашем ручкой всем нашим зрителям. Счастливо. Пока, до встречи.